Сразу несколько круглых столов. Участники, предприниматели со своими проектами, которые требуют инвестиций. Как их получить, рассказали на конференции, а именно о доступных финансовых инструментах, льготных кредитах, продуктах банка МСП и поддержке сельхозтоваропроизводителей. Сельское хозяйство мы активно поддерживаем всеми инструментами, которые у нас есть. Вот сегодня у них шанс расширить свой кругозор, напрямую задать вопросы не только нам, этому одному окну для бизнеса, да, которое мы сейчас создаем в рамках центра «Мой бизнес», но и федеральной структуре, которая обязана про все варианты поддержки им сегодня рассказать. Федеральная структура – это корпорация МСП. Одно из важных направлений, с которым она работает – это финансово-кредитная поддержка. На круглый стол пришли предприниматели, которые заинтересованы в развитии своих проектов, в том числе и инвестиционных. Они смогли задать вопросы и получить профессиональные ответы о тех возможностях, которые есть у корпорации и фонда для финансовой поддержки. Рассказали предпринимателям Алтайского края о тех возможностях, которые они имеют, если обратятся в корпорацию за привлечением кредитных ресурсов, за привлечением гарантийной поддержки, поручительства, если у них будет необходимость приобретения оборудования в лизинг, каким образом правильно взаимодействовать с региональными лизинговыми компаниями. Кроме того, в рамках круглых столов обсудили, как участвовать в закупках с крупным заказчиком. Для этого на обсуждение пригласили представителей федеральных компаний. Такой открытый формат планируют сделать традиционным. Андрей Дриер, Николай Шилко, «День с толком».